Всем привет! Сегодня умер Александр Борисов, известный телеведущий. Он запомнился многим телезрителям по передаче «Естественный отбор» на канале ТВ-центр. Коллеги ведущего по проекту сообщили о его смерти. Борисова пригласили на программу еще в 2016 году. Тогда мужчина вел ток-шоу с Атаром Кушанашвили. 52-летний журналист очень сдружился с Александром, и ему все еще сложно поверить в случившееся. Цитата. «Во мне сейчас так много боли. Сашка, мой брат, светлый, добрый, умный брат. Я тебя недолюбил, но буду любить сколько смогу. Твой Атарик». Именно так написал Кушанашвили в личном блоге. О причинах смерти близкие не сообщают, но известно, что ведущий очень переживал, что остался без работы. Поклонники называют самые разнообразные причины его смерти. Одни считают, что сердце Александра не выдержало, другие пишут в комментариях, что он даже мог решиться самовольно уйти из жизни. Но официальных заявлений нет. Незадолго до кончины ведущий объявил в соцсетях о прекращении съемок программы. Цитата. «Естественный отбор был самым рейтинговым проектом, но и самым дорогим. Руководство ТВЦ плакало, сожалело, но исключило ее из сетки вещания», – сетовал Борисов у себя в соцсетях. «Мы приносим соболезнования всем родным и близким телеведущего».